пойдем искупаемся в нашу голубую лагуну? Да с удовольствием! Догоняй! А в это время... Ой, что это? Корабль! Парусник! Побежали! Что-то никого! Куда все делись? Вообще никого! Корабль похож на пиратский! Ну откуда в наше время пираты? Может, туристов привезли? Давай посмотрим, может, кого найдем? На перегонки! А все-таки это пиратский корабль. А что ты знаешь о пиратах? Ну, они никогда не любят показывать спину. А почему? Ну, у них сидит на плече заплеванный попугай, поэтому. Почему заплеванный? Потому что пираты все время сплевывают через левое плечо, а попугай ему за это на спину какает. Теперь понятно. По-моему, это вообще корабль призраков. Лучше не встречаться ни с теми, ни другими. А то их сейчас заберут в плен и продадут в рабство. А интересно, куда же они ушли? Здесь какая-то тайна. Думаю, пираты не обрадуются свидетелям. Предлагаю вернуться в наш домик, а искупаемся потом. Все-таки как здорово иметь свой домик. Прошло уже 2 часа. Думаю, пираты уплыли. А купаться-то хочется. Ой, они сундук забыли. Пираты-потеряки. Я пойду посмотрю, а ты здесь будь. Вдруг пираты где-то рядом. Старинный сундук, полный золота. И никого. Впрочем, мне золото не нужно. А вот искупаться надо. Песочек здесь просто класс. Все-таки сундук надо осмотреть. Да он полный золотых монет. Что же случилось с пиратами, если они его бросили? Может быть, это ловушка? А пираты наверняка в кустах сидят и наблюдают за мной. Да не, никого. Ерунда все это. А в сундуке для шиншилл нет ничего интересного. Только бесполезное золото. Лучше бы вкусняшек оставили. Закрой сундук и схожу за Чинчей. Чинча, пойдем. Здесь никого. Только один сундук. Чинча! Я здесь. Бежали. Давай еще раз все смотрим. Здесь какая-то тайна. Можно я открою сундук? Открывай, только там ничего интересного. Что-то мне страшновато. Ну, раз. Одно бесполезное золото. А оно несъедобное. Действительно, ничего интересного. Даже никаких вкусняшек. Я еще искупаюсь. Песочек здесь просто класс. А мне интересно, а вдруг там секретная карта или письмо? Нет, ничего. Может, рядом валяется? Еще раз посмотрю. Вдруг мы что-нибудь важное не заметили. А может быть, секрет написан на самом сундуке? Ничего. Странно. Может быть, что-нибудь они в песке закопали?
Странно. Ничего. Поэтому пираты и бросили этот сундук. Он тяжелый и бесполезный. Ну, хоть что-нибудь интересное должно быть. Надо бы закрыть сундук, а то еще подумают, что мы в него влазили. Не послушались голоса. Кто-то идет. Тебе, наверное, показалось. Никого нет. Хоть никого и не видно, но, по-моему, пора прятаться. Неужели это пираты? Давай последим за ними. Это же тоже шиншиллы, только серые. А шиншиллы – самые добрые существа на свете. Смотри, они золото из сундука достают. Они едят золото? Ты же говорил то, что оно несъедобное. Они не едят. Они на зуб пробуют. Настоящее или нет? Во всех фильмах так делают. Сразу видно, опытные. Сейчас я их напугаю. Всем стоять! Вы окружены! Пираты, сдавайтесь! Да мы не пираты вовсе! Мы просто шиншиллы, местные. Мы здесь живем недалеко, и здесь часто купаемся. А тут этот сундук. Интересно же, откуда он? Это пираты оставили. Пираты? А вдруг они вернутся? Может быть, они уже сюда крадутся? Пожалуй, я тоже уже пойду. Ждут меня. Пока-пока! Пока-пока! А золото, хоть и не съедобное, но может и пригодится зубы точить. Кажется, на сегодня приключений хватит. А завтра у нас будет парк динозавров. Не пропустите. Кто-то лазил в наш сундук. Как же так? Я специально оставил свои носки. А их боялся даже капитан Флинт. Ты забыл про крабов. Они их перепутали с тухлой рыбой.